Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня готовим замечательный сырный пирог с пылу, с жару. Такой пирог готовится быстро и нравится обычно всем. В миске соединяем дрожжи, соль, сахар, яйцо и теплую сыворотку. Все перемешаем. Добавляем муку. Муку я сразу всю не добавляю. Перемешиваю. И замешиваю тесто. Вот посмотрите. Тесто получается липкое, но муки я больше добавлять не буду. Во время замеса теста я его как бы вот так растягиваю и вымешиваю. Его нужно хорошенечко вымесить минут 5. Тогда оно становится послушным, не таким липким и более гладким. Добавляю растительное масло. Вымешиваю тесто с маслом. Накрываем пленкой и даем тесту подойти, увеличиться в несколько раз. Начинку можно сделать на свое усмотрение. Я делаю сметану 15%, добавляю душистый перец, чеснок, одно яйцо и натертый на крупной терке сыр брынза. Так как сыр у меня уже подсолен, я соль не добавляю. Все перемешаю. И сырная начинка готова. Тесто подходило минут 40. Я смазываю руку растительным маслом немножечко, и тесто нужно осадить. Противень выстилаю пекарской бумагой и перекладываю тесто. Противень я беру 35 на 40 сантиметров. И бумагу слегка смазываю растительным маслом. Перекладываю тесто. И растягиваю тесто по противню. Тесто распределили,
И теперь перекладываем начинку. Растягиваем начинку. И по желанию можно разложить нарезанные маслины или оливки. Это уже кому как нравится. Заранее разогреем духовку 220-240 градусов и выпекаем до готовности. Все, отправляем в духовку. Друзья, у меня пирог был готов через 25 минут. Минут 5 в конце я включила конвекцию. Но время приготовления всегда смотрите по своей духовке. Друзья, пирог готов. По готовности можно посыпать зеленым луком или укропом, или петрушкой. Это уже на ваше усмотрение. Друзья, вкусный пирог готов. Он получается сочным. И очень вкусным. Посмотрите, какое тоненькое тесто. Сочная начинка. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким.